Друзья, всем огромный привет! Сегодня мы с вами находимся в гипермаркете «Светофор» магазин «Маяк» на Нариманова, город Ульяновск. В продаже есть коврик акупунктурный «Нирвана» торговой марки «Брадок». Это, кстати, новинка. Коврик с оптимальным размером 65 сантиметров. Здесь 230 аппликаторов и по 27 игл на каждом аппликаторе. Всего получается 6210 игл для эффективного массажа. Коврик изготовлен из 100% хлопка. Изготовитель Китай. В общем, 65 на 40 на 2 сантиметра размер. Еще раз говорю. Классная вещь. Стоимость такого коврика 979,90. Еще одна новинка – антипригарный коврик многоразовый для приготовления еды без масла и жира. Размер 60 на 40 сантиметров, стоимость 153 рубля. Магазин «Маяк» завезли много продукции от «Ваш Голд». Пока без цены вот этот гель для унитаза. Он отбеливает без усилий, убивает бактерии и придает блеск. Объем здесь 750 мл. Изготовитель «Россия». Следующее средство от этого производителя – это средство для чистки душевых кабин и акриловых ванн. Двойка. Легко очищает налет и ржавчину без аэрозольного облака. Продается во флаконе объемом 500 мл. Флакончик идет с распылителем. Цена 188. Следующее средство от этого производителя – это средство для мытья посуды. Гель, который легко смывается, устраняет запахи и удаляет жир. Объем 550 мл. На выбор два варианта. Цена 115 рублей. Друзья, четвертое средство от этого производителя – это средство для чистки стекол, пластика и зеркал. Высокоэффективное средство, создает защитный слой, и он с освежающим ароматом. Отмоет абсолютно все. 500 мл, цена 100 рублей. Друзья, следующая новинка – это ополаскиватель для полости рта. Называется «Клозап» – взрывной ментол. 250 мл объем. Он антибактериальный, не является лекарственным средством. Изготовитель – Россия, город Екатеринбург. Стоимость 134 рубля. А еще есть в продаже антибактериальная зубная паста «Абсолют» торговой марки «Весна». Производитель – город Самара. Здесь 110 грамм, цена 100 рублей. Друзья, в продаже есть зубные щетки Биомед с щетиной, с древесным углем. В упаковочке здесь 3 штуки. Смотрите, какие классные цвета. Кстати, цвет здесь разный. 2+1 в уникальном цвете. Подари своей зубной щетке вторую жизнь. Изготовитель Швейцария. Знаю, что щетки эти очень классные. Это, скорее всего, остатки былой роскоши. Цена 273 рубля. В продаже есть чайники со свистком торговой марки «Ирит». Они объемом 2,5 литра, изготовлены из нержавеющей стали, ручка пластиковая, а также имеется эмалированное покрытие на чайнике. Изготовитель китайец, на 484 рубля. А еще есть чайник заварочный из жаропрочного боросиликатного стекла с бамбуковой крышкой, тоже торговая марка «Ирит». Объем 1 литр, стоимость 367 рублей. Набор салатников. Здесь 5 предметов, 5 салатников разного объема. Подходят для хранения, для приготовления и для сервировки. Изготовитель Ирит, Китай. Вот так вот выглядят салатники. Они стеклянные, с декором. И крышечки просто накладные, чтобы закрыть и убрать в холодильник. Стоимость 284 рубля. Друзья, еще одна новинка от торговой марки «Ирит». Смотрите, это набор керамических пищевых контейнеров с крышечками, на которых имеется клапан. Контейнеры объемом 900 мл, 575 мл и 300 мл. Можно мыть в посудомоечной машине, использовать в СВЧ-печах. Так вот выглядит упаковка. Они еще и с декором. Изготовитель китаец, на 347,90. По 1149 рублей в продаже есть вот такие сковороды, литые алюминиевые с антипригарным покрытием торговой марки «Кристаль». Сковорода диаметром 28 сантиметров, подходит для всех видов плит, кроме индукции. Ручка здесь с покрытием Soft Touch, и она съемная. Сейчас покажу. Вот так она снимается. Штоф стеклянный объемом 0,5 литра. Изготовитель город Гусь Хрустальный. Стоимость 79 рублей. Также в продаже есть в ассортименте кружечки. Это дулевский фарфор. Они с декором с одной стороны. Здесь они в ассортименте по расцветочке, по-моему, 3 или 4 варианта. Есть вот еще такие с тюльпанчиками. Изготовитель Россия. Стоимость 89 рублей. Весы кухонные, электронные, торговые марки «Ирит». Максимальная нагрузка 5 кг. Здесь цифровой дисплей, имеется функция тара. Стоимость 397 рублей.
Следующая новинка – это фонарь светодиодный для кемпинга, складной. Имеются ручки для подвешивания, работает до 10 часов, работает от аккумулятора и может заряжаться от солнечной батареи. Цена 464. Следующая новинка – отличный, идеальный подарок для ребенка – это лампа-ночник «Звездное небо» торговой марки «Ирит». Так вот выглядит эта лампа. Здесь два режима работы – яркое «Звездное небо» и меняющиеся четырехцветные светодиодные огни. Волшебная атмосфера, спокойный сон, питается от USB-кабеля. Здесь больше, по-моему, нет никакой информации. Стоимость 255 рублей. А это настольное электрическое барбекю с быстрым нагревом, простое использование и компактный размер. Мощность 2000 Вт, здесь 5 ступеней мощности, металлическая оцинкованная решетка и жаропрочный поддон в комплекте. Цена 1265 рублей. Также есть плита газовая портативная торговой марки Energy GS300. Это плита с пьезоподжигом. Здесь имеется регулятор пламени. Также есть подогрев баллона. И продается она в кейсе пластиковом для хранения. Стоимость 999,90. Друзья, в этом магазине в наличии есть маленькие пластиковые детские стульчики с максимальной нагрузкой 90 кг. Цена 266 рублей. Также есть наборы мебели. Здесь стол квадратный и также стульчик с максимальной нагрузкой 90 кг. Цвет в ассортименте, стоимость набора 1230 рублей. Табуреты пластиковые, два цвета в наличии. Максимальная нагрузка 100 кг, цена 399,90. Изготовитель Россия. Друзья, еще в продаже есть вот такая самоклеющаяся панель 3D с дизайном под плитку, квадратики. Она белого цвета, ширина 70 см и длина 5 метров. Представляете, какая огромная. Цена 780 рублей в составе вспененной полиэтилена, изготовитель Китай. Лопата снеговая, пластиковая, с металлической планкой. Продается с черенком, изготовитель Россия, стоимость 244 рубля. В продаже есть сливки ультрапастеризованные, питьевые Barista Line. Они с массовой долей жира 10%, идеально к чаю и кофе. 1000 мл, стоимость 120 рублей. А еще здесь есть сметана, село зеленое, с массовой долей жира 15%. ГОСТ продается в стакане 300 мл, цена 68,90. Творог обезжиренный, с массовой долей жира 0,5%, тоже торговая марка «Село зеленое». 500 грамм в этой упаковочке, стоимость 139,90. Масло сливочное крестьянское высшего сорта «Красава фермерская», с массовой долей жира 72,5%. ГОСТ, 180 грамм масса, в составе пастеризованные сливки, изготовитель Самарская область, село Красный Яр. Стоимость 109,90. Еще одна новинка – это сыр из Адыгеи «Сулугуни». Луговая свежесть. Масса 200 грамм. Изготовитель «Республика Адыгея». Цена 166,90. Друзья, еще есть сыр мягкий, свежего молока. «Фермерский завтрак» называется. Торговая марка «Село Зеленое». Без консервантов. В круглой упаковочке. Масса 250 грамм. Массовая доля жира 45%. Изготовитель «Удмуртская Республика». Город Ижевск. Стоимость 142,90. Также здесь есть еще один сыр мягкий, копченый. Тоже фермерский завтрак. Так вот он выглядит. И все то же самое. В упаковочке здесь 250 грамм. Изготовитель тот же. Массовая доля жира 45%. Цена у них одинаковая.